со Смоков я болею, наверное, с сезона 10-11, да. Где-то так. Это, ну, прилично уже. Просто подойти на него, и все, в принципе. Мы всех принимаем без исключения. Главное вести себя адекватно и нормально, и все у нас получится с вами. Календарь пока, слава богу, позволяет. То есть игры после 7 и в субботу, воскресенье. Это, слава богу. Смоков. Слушай, ну вообще общение это всегда хорошо, поэтому я за то, чтобы общаться с клубом. Клуб, в принципе, с нами тоже общается очень хорошо. Ну, все мы люди, как бы. Ну, как мы реагируем? Ну, негативно, конечно. Хотелось бы, чтобы они выигрывали всегда, везде и у всех. Но, к сожалению, пока так не получается, но мы, вот, ну, я, по крайней мере, верю в них до сих пор, собственно, хожу уже какой сезон. Поэтому когда-нибудь у них все получится. Были хорошие сезоны, были вот сейчас не очень, правда. Ну а так, ну, а что делать, как бы? Это уже как часть меня, часть жизни моей, поэтому я без баскетбола, без Смоков никак. Вот. Очень много на фан-секторе родилось именно кричалок. Веселых иногда, иногда прям совсем веселых, которые мы потом не кричали. Вот. Поэтому их много реально. Сначала вообще наше движение состояло, наверное, из двух человек. Основоположников — это Вика и Таня. Они еще Минск 2006, когда был, они за них болели. Потом постепенно что-то начало нарастать. Вот, и пришел я, собственно, вот 10-11 сезон. И как-то закрутилось, завертелось, барабаны там с клубом, сотрудничество в полном объеме. И вот так вот вылилось в то, что вылилось. Давай. Все. Все, счастливо. Давайте ближе к нам. Ребята, рады видеть. Мы как-то сдружились. С первых вот выездов их к нам. Вот. И мы с ними очень поддерживаем. Я за ними даже наблюдаю и так, в принципе. И общаюсь с фан-сектором «Зенита». И смотрю за играми, когда наши не играют. Фалькон-арена, считаю, самая вот оптимальная сейчас для Смоков. Там и акустика хорошая, и рядом баскетбольная площадка, можно, в принципе, как-то взаимодействовать с игроками. Во-первых, за эмоциями, за атмосферой. Там очень прекрасная атмосфера, бесплатное мороженое, там за час до игры, чипсы, акустика, все там очень круто. Дает тебе позитивные эмоции и заряд их. Приходите на баскетбол, поддерживайте свою команду, приходите на фан-сектор, и все у вас получится, и все будет у вас хорошо.